57-летняя Роза Сибитова высказалась о мужчинах-бабниках. Ведущая шоу «Давай поженимся» заявила, что терпеть такой тип мужчин – это эмоциональное самоубийство. Сибитова помогает парам разобраться в своих отношениях не только на шоу, но и в своем блоге. Сваха дает женщинам полезные советы и рассказывает о личном опыте. Сегодня она подняла тему бабников. Телеведущая заявила, что для мужчин-бабников успех у женщин – как двигатель для машины. Благодаря ему он живет, размахивает теми самыми крыльями, в которые вы когда-то влюбились. Выключите двигатель, и вы получите живой муляж, или человека без крыльев. И первое, кто от него откажется, это вы. Не думаю, что вам будет нужен обрезанный мужчина, саркастично написала Роза в Инстаграм. Сваха также опубликовала фото с бывшим мужем Юрием Андреевым, с которым познакомилась на шоу «Давай поженимся». Их брак продлился 3 года. Сибитова уверяла, что бывший супруг избивал ее. Роза добавила, что терпеть мужчину-бабника – это все равно, что жить в ванне с кислотой. Боль будет разъедать не тело, а душу. Попытки терпеть нестерпимое – это медленное эмоциональное самоубийство, высказалась телезвезда. Юрий Андреев был вторым мужем свахи. Первый ее супруг, Михаил Сябитов, умер от инфаркта. От него Роза родила сына Дениса и дочь Ксению. Недавно Сибитова заявила, что женщины в возрасте за 50 сексуальнее, чем в 20 лет. Ранее сваха резко высказалась о браке Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телеведущая призналась, что начала худеть по экспресс-диете Елены Малышевой.